Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Керамзитовый завод приглашает главного инженера, заработная плата 65 тысяч рублей, трактористов на Т-130, Т-170, электромонтера, мастера по ремонту техоборудования, рабочего, заработная плата от 50 тысяч рублей, а также уборщика служебных помещений, зарплата от 20 тысяч рублей. Трудоустройство по Трудовому кодексу, телефон 695-333. Требуются охранники, обращаться по телефону 20 20 25. Требуется водитель на автобус ПАС, развозка, звонить 90 37 01. В управляющую организацию требуется бухгалтер, инженер-энергетик, диспетчер, разнорабочий, телефон 43 49 94. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, дворник, водитель с личным автомобилем, специалист по работе с населением. Звонить 43 20 33. Требуется уборщица на проспект Победы 114. График 5 через 2. Зарплата от 30 тысяч рублей. Телефон 220 919. На производство мороженого в Оренбург-хладокомбинат требуются фасовщики-упаковщики, грузчики-наборщики. Обращаться улица Кавказская, 5, телефон 52-85-87. Требуется уборщица, звонить по телефону 25-13-90. Требуются операторы, слесари текстильного оборудования. Можно без опыта. Звонить 54-08-70. В компанию требуются водители и водители-экспедиторы. Зарплата достойная. Телефон 29-42-29. Строительной организации требуются машинисты башенного крана. Телефон 8-922-824-26-17. Требуется электрик, разнорабочий, слесарь «Эрго». Телефон 69-39-80. Требуются охранники в торговый комплекс, проспект Гагарина. Обращаться по телефону 71-85-92. Требуется водитель-экспедитор на автомобиль «Газель Термичка». Развозка продуктов питания. Зарплата достойная. Телефон 8-922-829-88-99. Требуется водитель. Устройство официальное, занятость частичная. Зарплата 19 200 рублей. Телефон 8 999 258 5880. В Оренбургское отделение ДСАФ России требуются специалисты по набору личного состава. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Звоните 900 900 или 8 987 191 69 88. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.